Многие годы с оружием в руках мы боролись с международным терроризмом и разгромили его. Мы помним те дни, когда враги со всех сторон окружали Чечню, а друзей, готовых встать на защиту чеченского народа, не было ни одного. Эту роль взял на себя ни военный, ни политик, ни генерал. На защиту народа и целостности России стал муфтий и религиозный лидер Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. Первым ему поверил, поддержал и протянул руку дружбы и помощи Владимир Путин. Сделать это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. В самые трудные минуты, когда не было решения сложных проблем, когда вставал вопрос быть или не быть нашему народу, Ахмад Хаджи обращался к Владимиру Путину. И ни разу не получал отказа. Я видел это своими глазами. 1 мая 2004 года, выступая перед самыми известными людьми, Ахмад Хаджи сказал, что наступил момент, когда каждый из нас должен сделать свой конкретный выбор. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность, границы, выполнить боевую задачу любой сложности. Мы твердо осознаем, что в стране есть регулярная армия, авиация, флот и ядерные силы. Однако есть задачи, которые решаются только добровольцами, и мы с вами решим их. Америка и Европа объявила России экономическую войну. Они пытаются вызвать в стране хаос, панику, массовые беспорядки. Но российский народ объединился вокруг своего лидера Владимира Путина. Чеченский народ в этом единстве занимает одно из центральных мест. Да здравствует наша великая родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Куда конкретно их могут направить? Ну, это решает Верховный Главнокомандующий. Мы посмотрели, насколько мы готовы выполнить поставленные задачи перед нами. Я думаю, что мы с удовольствием выполним любой приказ, и мы готовы, так скажем, выбрать любую точку мира и выдвинуться туда, где скажет президент наш. И ничуть не сомневаюсь, что мы подведем его. Мы на все 100% выполним любой приказ.